Международный экономический форум в Питере открывает новые горизонты для Ульяновской области. Подписано соглашение с представителями композитного дивизиона госкорпорации «Росатом». В скором времени в регионе появится производство лопастей для ветроэнергетических установок. Производство это будет построено не на пустом месте. Вы знаете, что в регионе работала датская компания «Вестас», которая уже производила эти лопасти, но в связи с санкциями компания ушла, но компетенции в регионе остались. И мы ждали с нетерпением инвестора. Такой инвестор нашелся в лице дочерней компании «Росатома», компании «Дюматекс». Компания создаст более 400 дополнительных рабочих мест для жителей региона. Откроется производство до декабря 2024 года и будет изготавливать 450 изделий в год. Новые рабочие места в области появятся и благодаря строительству завода по производству алюминиевой тары. В регион пришел российский инвестор группы компаний «Арнест». Мы увидели, что рынок дефицитный, банки не хватает. И самое быстрое решение было возобновить и достроить этот завод, который находился в готовности 30-35%. Поэтому мы планируем закончить стройку в ноябре этого года и в апреле следующего года запустить предприятие. По двум соглашениям общая сумма инвестиций в экономику Ульяновской области более 12 миллиардов рублей. Светлана Карпухина, Юрий Конихин, Улправда ТВ.